Наскалином пахнет очень. Хорошо, хорошо выглядишь. Пете Градову очень понравится. А вы что, разрешите мне в ней пойти? Так, закрой, закрой глаза. Открывай глаза. Бриллианты и 9 крупных изумрудов. Да. Соболь прекрасно, прекрасно сочетается с бриллиантами. А как же я в этом на станцию пойду? Меня же убьют. Расстегивайте, снимайте, не надо. На станцию пойдешь, в кулаке зажмешь. А как увидишь его, сразу напялишь. Пусть твой покойник Петя Градов. Он должен понять, что у тебя богатая приданая. Девушка, вам помочь? Не подходите ко мне, я сейчас полицию вызову. Себя чувствуешь? 100 лет не ездил за город без машины. Холодно, как в морге вот электрички. Кружева. Живет. Нет, не хапнула. Как твои дела? Развелся официально. Нет? Не все? Ну, спасибо. Ты выручила. Пожалуйста. Поехали. Будь здорова. Мой тебе совет. Мы спальня. Ну, ты понимаешь? Нет, не поняла. Так, ну еще раз. Моей жене не придется работать, там готовить, свозиться с детьми и все такое. Единственное дело – водить гостей. Разрешает?